Орик, Лорик, Кролик. Здравствуйте, наши дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами опять кошки и их Михалыч. Женька моя. Маш. Мама Вера у нас пошла кормить наших уличных кошек. Время 7 вечера, суббота. Иди, чумазая моя. Иди, моя чумазая. А я решил вам снять ролик. Рассказать, какие у нас новости. И просто как мы проводим субботний вечер. Да? Плюш. Плюша. Плюшенька. У плюшки сопли текут все-таки. Не такие густые, но вот сейчас только что носики вытирал. Вчера пришли результаты анализов нашей плюшки Маля. Вот посмотрите их. Ну, конечно, там так написано, но я так понимаю, что онкологии у нас нету. Но лечение нам предстоит долгое. Вот видите, как мы катаемся. Гоха! Гоха! Гоха-картоха! Вот Нюрочка. Нюрочке уже намного лучше. Ну, как намного? Температуры нету, кушает сама уже сухой корм. Ой, вот видите, как здорово. Вот так вот мы катаемся. Да, Гоха? Кушаем сухой корм, спим, вот, ну, не зажавшись. Вот Тамуся. Ой, какой Тамуся, господи, вот Тамуся же. На ум любимой позе. Семенушка маленький любит так же спать. Дядя Нема, он сказал, научил. Да? Гоха. Гоха, картоха. Лорик, выходи. Бесилась сейчас, носилась. Вот видите, Маля на меня преследует. Вот Маля преследует. Вот Маля вторая. Кстати, сегодня, друзья, днем съездили с мамой Верой по магазинам. Вдруг звонки. Что мне, что ей. Оказывается, нас сегодня опять по Первому каналу показывали нашу передачу, повторяли днем. Да? Звездочки, вот они, звездочки Маля и Юма. Передача, видели видео, вот сегодня опять повторяли ее. Мы прошлый год ездили сниматься в июле месяце. Ну, а в августе вышла наша передача. И вот сегодня опять вышла. Да, Тамусь. Тамусь сказал, в следующий раз, если пригласят, он поедет. Да, Тамусенька мой. Тамуся. Ну что? О, господи, посмотрите. Хорошо папку увидел. Смотрите, висит на краю. Висит на краю. Машенька. Маша, ну что ж ты так? Навернешься же. Маша, краса и радость наша, да? Думаю, Маша. Машу тоже иной раз не похвалишь. Гоняет Басю. Басенька. Колбасенька. Так, кто там? Семенушка наблюдает. Футбол. Нет, футбол никто не играет, просто не болеют сегодня на футболе, а футбол. Кто тут? Вася Белохвостый, Катюша, видите, друзья, мне прислали с Москвы кота спать. Ну, с ним, на нем спит Катя все время, Катюшенька моя, да? Маля, Нафанька, а там Юми. Юми заняла место. Басин. Марсель. Прошлое видео было про Марселя. Загордился он, да, Марся? Такие комментарии написали, что он самый красивый кот на свете. Он теперь гордится. Ну, а это вот рыжий Степан. Степушка. Ну, а это Наум, господи, что я вас, парни, сегодня путаю. Ой, ты, компостерами своими. Кто там, тупать гоню, ты ему поддал. Это жирная гусеница, да? Да, моя жирная синяя гусеница. Да, да, вот так вот с папкой деремся.
Так, Вася. Колбася. Гоша. Гош. Вот видите. Вот. И даром, что у нас три лапы. Мы хотим к Васе. Сейчас Тома опрокинем. Кстати, эта штука уже падала не один раз. Надо ее, наверное, прикрутить. Гох. Гоша. Ну куда ты? Что ты меня трогаешь? Что ты меня трогаешь, а? Иди моя сладкая. Сладость моя. Вот серьезный рыжий кот. Не в духе, видите? Папка взял его на руки, начали кусать. Вот Нюраша, вот Нюрочка, она встала попить. Она кушает, пьет сама. Так что ничего, все, тьфу-тьфу-тьфу, все нормально. Так, ну а Лорик вот. Лорик вышла из берложки. Машенька. Лорик, кролик. Так что вот так живем, друзья. Это Соня старшая, это Соня младшая, а это кто? Это слепая Ася. Ася. Ой, тьфу-тьфу-тьфу, господи, чур меня, это Бусенька. Это Буся с человеческими глазами. Бушлик. Ну, а это звезда Первого канала Юма, которая мне прохода не дает. Лорик, давай слезай, поболтайся. Пускай на тебя посмотрят, как ты с Гохой с ума сходишь. Лорик. Ну, вот приступов у нас больше нету, как вот тогда мы в клинику съели. Блудня. Гош. Гошик. Вот сейчас коробку парни. Эти парни коробку скинут. Вот я чувствую это. Хорошо, если не никому на голову. А? Вася. Эй, вы что? Вася, ты что, таблетку для храбрости съел? Вот такая веселуха бывает у нас по утрам, в 4 утра. Жужжа, Жужка-батрушка, Тёпа, дядя Лёпа, Вася, Карбася, Маля, сладкомаля. А где Маля ещё моя одна? Вот она моя сладенькая моя, девочка моя. Так что вот так вот, друзья, вот так вот живем. Вот такие новости у нас. Где Лариса? Лариса! Лора! Лора, что ты сегодня не в духе, а? Только что носилась со всеми. Эти мартышка. Мартик мой. Да что? Рора. Рора, крора. Лорик, кролик. Лорик, кролик. Бушка. Эй. Моя сладость. Выходи, побегайте. Неохота. Неохота этой девке и бегать. Так что вот так вот, друзья. Вот такая вот у нас семья. Да? Маля. Маля моя. Про Малю расскажу в следующий раз. Ну, может, не в следующий, но скоро расскажу. Все хотят узнать, как она. Плюш. Плюша. Плюшенька. Плюшень, ой, друзья, вот видите, вот опять сопли потекли у нас, сейчас папка вытрет, ну эти моя зайка моя, господи, вот, ну что вот с ребенком, ты моя сладенькая, ну будем лечить, чего делать, да, мои зайки, мы ее взяли, она была с соплями, мы ее взяли в июле прошлого года, и вот, ну вот она, промывали нос, что только не делали, вот сопли нас достали. Ну, полипов у нас нету, сказали, ну вот, будем лечить. Да, Дымусенька моя, Дымуся моя слепая. Ладно, друзья, буду закругляться. Эй, гусеница,
гусеница моя жирная. О, Гошек. Гошек такой ласковый стал. Гошенька, картошенька. Чешем ему эту сторону, где нету лапки. Вера говорит, ты ему чеши всегда. Ему же не почесаться, лапки-то нету. Так мы стараемся вот эту сторону. Видите, какие у него скагатуси? Когти какие у нас. Да такой ласковый парень стал. В ноябре был такой дикий, да, мой сладенький, а теперь такой сладкий мальчик. Такой, был дикий-дикий. Чудом ее поймала. Зайка моя, мой сладенький, сладенький мой, сладенький мой, зайка мой, зайка мой. Гошенька, она моя, меня преследует. Вот она гипнотизирует меня. Эй! Гусеница. Гош. Гоша. Гош. Гошенька. Картошенька. Лорик. Ну, ты выходи. Лорик. Лорик, Лорик, Лорик. 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 Не хочет. Кто-то сегодня не в настроении. Хотя вот только вот полчаса назад тут с ума сходила парнями-девками. Ну, ты моя плюшенька. Ну, вот так вот и живем, друзья. Ладно, друзья, буду прощаться. Кто там на трубоне? Матюша? Спасибо вам, что смотрите нас. Спасибо, что ставите комментарии, пишите, ставите лайки. Можете, под видео есть кнопочка «Поделиться». Можете нажать ее, на нее, поделиться с друзьями, со знакомыми. Все будет, наверное, продвижение канала. Может, когда-нибудь наберем 100 тысяч подписчиков, да, девки? Да, мои сладкие. Что, мы недостойны 100 тысяч подписчиков, девки сказали? Да, Тёпочка. Тёпочка же, я недостоин. Да, малечка моя. Ладно, друзья. Будем работать. Вон Рора вышла из подземелья. Вот Семенчик. А, она дружка своего увидела. Гоху. Гоху, картоху. Нурочка пошла спать. Попила, покушала. Жужа. Жужка, ватрушка. Лорик. Лорик, Лорик. Лорик. Вот такая Лорик. Посмотрите, друзья, на эту курицу мою. На эту курицу. Да, Господи, папка любит тебя. Ну что ты, вот прохода не дает. О, и у меня встала. Вот видите, это Юми, а это Юма. Юми была на улице жила, я ее в честь Юмы назвал Юми. Похожи они были. Меня встречала у помойки там со стоянки папка шоу. Встречала, бежит, бежит мой сладкий. Ладно, потом тоже про нее расскажу историю. Эй, Вася, ты точно таблетку для храбрости съел? Ты че? Ладно, друзья, не буду вас утомлять. Хорошего вам вечера. Ну, у кого вечер, у кого, может, уже ночь и следующий день, воскресенье. Все равно, хороших вам выходных, отдохнуть вам. Отдохнуть. Спасибо вам, что помогаете нам, нашей семье. Спасибо за посылки, которые присылаете. Спасибо вам всем, друзья. Мы вас очень любим, уважаем. Вот. Вот зайца скинули, видите, друзья. Вот надо туда вот залезть, понимаете? Зайца скинули. Ну, накидку. Жужа! Жужа! Вот надо жалюзи отодвинуть и залезть. Вот хоть ты тресни. Эй, ты мартышка. Дуняша, простокваша. А, вот Асенька. Видите, Ася тоже слепая у нас. Без глаз. Ладно, друзья, до свидания. В сотый раз прощаюсь вам. Ну вот видите, как. Ну тут можно ходить, снимать. Правда, многие меня гнобят, что у меня слишком большие видео длинные. Поэтому буду, друзья, Басеньку мою, Басеньку мою. Психованная Бася. Так, девки, а ну-ка расступитесь. Лора идет. Дядя Марся, ты очень здоровый. Да, Лора? Бась. Ладно, друзья, все, до свидания, спасибо вам за все, спасибо вам, дорогие, до свидания.
До новых встреч.